Мы с Викой познакомились 5 или 6 лет назад, когда она пришла в наш офис, где мы готовились к проекту «Человек, который знал все», и делала мой портрет, сейчас уже не помню, для какой-то газеты. Меня поразило, насколько она, как фотограф, умеет вступить в контакт, да, с тобой. Насколько она точно вытаскивает из тебя твое состояние, эмоцию, твои мысли. Хотя вроде бы, ну, фотограф только поверхность человека фотографирует, но на самом деле и нутро тоже. Вот, поэтому я очень верю в Вику как в мастера, который умеет фотографировать и понимать людей через фотографию. Вот, но важно здесь то, что Вика не только замечательный мастер, фотограф и журналист, то, что она совершенно потрясающий, отзывчивый, добрый человек. И она, в отличие от многих из нас, не просто посочувствовала беженцам в Украине, а рванула туда и реально помогала, физически помогала людям уходить из зоны боевых действий, избегать опасности. Вот. То есть работала не только по своей основной профессии, как журналист, но и была там с гуманитарной миссией. И это, мне кажется, это очень важно, поддержать ее книжку, ее проект, потому что по этой книге будут судить наши дети, наши внуки будут судить о том, что там реально происходило. Это очень важный человеческий документ, но и творчески это сделано блестяще. Так что давайте, друзья, поддержим Вику Ивлеву и ее книгу